В Челябинске в одном из жилых домов найдены мертвыми мать и сын. Тела двух человек нашли в квартире многоэтажки в Калининском районе. Следователи уже начали проверку, но пока выяснили, что их смерть не носит криминального характера. Известно, что 83-летняя женщина проживала вместе с 50-летним сыном. И оба имели психическое расстройство.